Ребят, всем привет. Сегодня вот хочу показать новый эксперимент свой. Попробовал вот сюда бульбуляторы. В этом бульбуляторе грейпфрут. Ну, именно мякоть грейпфрута. Там дольки 3. А в этом бульбуляторе от грейпфрута цедра. Кора, корки. Не знаю, вот попробую, что получится. Какой будет запах. Тут немножко косяк произошел. Запустил, блин, а оказывается прокладка. Пропускать надо новую прокладку будет. Кстати, как-то был у меня видео на мятина, вот это я мяту кидал. Как только начал он капать, ну, свежак, запах был, конечно, так себе, не ахти. Но когда он постоял недельку, просто чистый самогон. Вообще класс. Поэтому, кому интересно, попробуйте. Будет прикольно. Так что сейчас, что в этот раз получится, будет интересно. Еще хочу на ананасе ананас попробовать сюда кинуть. Пробовал ананас мороженый, ну, с магазина не ахти. У него получается любые ягоды мороженые, они с запахом холодильника. В магазинах неизвестно, сколько они лежат. И запах такой вот это, от холодильника идет. Не ахти. А вот свежего надо будет попробовать. Так что так вот. Все, всем спасибо. Может, еще сниму, как, ну, через недельку, какой запах получился. А может, просто в следующем видео, когда ананас буду перегонять, тогда сама расскажу, как про мяту. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.